Трагедия проигравшего в том, что он не понимает причин своего поражения. Хуже того, даже в случае поражения он не смиряется с действительностью. Он воображает себя сильнее, чем он есть на самом деле. Начинается своего рода социальная шизофрения. В настоящее время в армянском обществе наблюдается этот синдром. Они говорят о силе своей проигравшей армии и даже совершают попытки нарушения режима прекращения огня. Это все последствия иллюзий. Чем раньше рассеются эти иллюзии, тем лучше, как для Армении, так и для региона в целом. Нужно лечить, понимаете, лечить этих людей. Единственный в Азербайджане карикатурный сайт Kirpi.info своими методами пытался поддержать разрушение армянских иллюзий. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.